Kültür başkentinde Antalya, kültür ve turizm başkentinde Antalya gerçek oldu. Benim için bu çok saygı. Çünkü burada ne kadar çok sadece Türk vatandaşı var ve Rus vatandaşı var hep beraber bir şehirde çalışıyorlar, yaşıyorlar. Ne kadar çok turistler buraya geliyor. Antalya, duydum ki Rusya'da en sevdiği Türk şehirdir. Всем привет, дорогие друзья из Анталии. Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся с вами на выставке современных русских художников. Это, к слову, о том, что в Анталии жить скучно. На самом деле, жизнь здесь очень-очень интересна. Выставку вам покажу чуть позже, а сейчас расскажу, какие художники к нам приехали. Уже началась музыка, все пошли в зал смотреть. Эта выставка приехала к нам из Анкары, из Стамбула, и представлены здесь такие художники, как Олег Путнин, Вася Ложкин, Алексей Беляев-Гинтофт, Александр Жерноклюев и Константин Мирошкин. Знаете ли вы этих современных художников или нет? Мне очень заинтересовали, кстати, вот эти вот картины Васи Ложкина, очень нравятся картины Олега Путнина, Александра Жерноклюева. Ну и, конечно же, Алексея Беляева-Гинтофта. В общем, вот такой вот здесь классный культурный центр. Сейчас идем внутрь смотреть картины. Выставка не очень большая, но настоящее удовольствие. Сейчас быстренько покажу вам картины. Олег Путнин рисует вот такие вот потрясающие русские пейзажи природные. Очень-очень красивые картины, и его картины находятся и в музеях, и в частных коллекциях. Вася Ложкин – это один из самых популярных современных художников. Он рисует в основном котов. И вот вы видите, даже нарисовал корону. А вот эту картину посвятил Турции. Очень яркие, классные картины. Художник Алексей Беляев Гинтофт, он, помимо того, что он художник, он еще и архитектор, рисует вот такие вот интересные картины, очень красивые работы и очень-очень популярные картины вот этих вот красных моряков. Стоимость таких картин порядка 300 тысяч рублей, насколько я правильно посмотрела в интернете. Очень мне понравилось. Вот это вот картина и картина отдыхающих на пляже. Вот посмотрите, две картины. Одна насколько натуралистична, а вторая насколько экспрессивна. Очень красиво. После выставки мы пришли в парк. И сейчас покажу вам потрясающую панораму на море. Здесь очень много вот таких вот парков, прогулочных зон. Просто супер. Посмотрите, как красиво заходит солнце, и вдали виднеются горы. Очень красиво. И здесь прогулочные дорожки для велосипедов, игровые площадки. Дети гуляют, играют. В общем, очень-очень классно. И Айхан только что делал прямой эфир. Вот такие вот есть стульчики, только осталось чай и кеди. Спит, отдыхает. Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся в Тюрклет и приехали на день в гостиницу, которая называется Эфталия Оушен. Буквально год назад в этом же районе мы с вами были в гостинице Сафира Делюкс, поэтому в описании к этому видео смотрите ссылки на наше пребывание и отдых в отеле. Сюда мы приехали на один день, но пойдем и на пляж, и в аквапарк, и обедать. В общем, все вам покажу обязательно. Подписывайтесь, у нас много интересного. Нам дали вот такие вот браслеты. В 1:30 наше посещение начинается, в 6:00 заканчивается. Это новый отель. Здесь в округе очень много разных эфталий. В этом отеле мы еще не были.
поэтому приехали на день отдохнуть. Вот такая вот здесь огромная парковка около отеля, отель 5 звезд. В общем, друзья, все вместе с вами посмотрим и оценим. Ресепшн, очень много мест, а мы сейчас идем сразу обедать в ресторан а-ля карт. Посмотрим, чем нас будут угощать. Большой, очень большое фойе с разными диванчиками, стульчиками. Отель совершенно новый. Очень большой отель на много тысяч человек. Очень много места для того, чтобы сидеть, отдыхать. В общем, здорово. Это посещение отеля организовано Ассоциацией журналистов Алании. И поскольку мы являемся членами Ассоциации журналистов Алании, нас также пригласили. В общем, у нас сейчас обед, и после этого идем смотреть территорию отеля в аквапарк и на пляж. Ну а пока покажу вам, что дают нам на обед. Сначала у нас были вот такие вот закуски, а сейчас у нас чечевичный суп. На второе нам принесли помидорки, перец на гриле, картофель и турецкие котлетки и белое куриное мясо. В общем, все очень вкусно. Всем приятного аппетита. Наверху находится лобби и бар. Здесь магазины. И вот так вот выглядит этот корпус. И внизу прям выход в бассейн и в аквапарк. Вот такой вот здесь большой бассейн. Народу очень много с двух сторон, с мостиком. И чуть дальше аквапарк. И под аквапарком прям есть переход на море. Поэтому мы пойдем на море. В бассейне мы купаться точно не будем. Здесь всякие разные детские тоже мини-бассейны, грибочки. И вот такой вот здесь аквапарк. Есть для детей, есть спасатель, и вот так вот детки катаются. Сейчас посмотрим, катаются ли здесь взрослые. Вижу, что взрослые тоже катаются. Да, здесь вот это вот детский аквапарк, и чуть дальше вижу, что более большие горки. Сейчас посмотрим. Есть ли туда проход. Просто огромная территория. И, друзья, я давно хотела покататься на горках. Думаю, что сегодня мне это удастся. Вот как раз для взрослых здесь тоже есть горки. И все работают. Друзья, мы уже переоделись. И идем на пляж. Идем на пляж. Сначала идем на пляж, а потом будем кататься. В общем, отдыхаем на всю катушку. Здесь вот такая вот большая территория. Аквапарк, оказывается, тоже есть. Но мы хотим все-таки на море. Здесь есть какой-то клуб. В общем, территория огромная. Вот такая вот здесь классная, огромная зеленая территория. Здесь снэк-бар. И сейчас посмотрим, как выглядит наш пляж. Мы немного запутались, не можем попасть на пляж. Вот такой вот он. Наш пляж. Мы уже на пляже. Здесь просто огромнейшая территория. Песок очень горячий. Посмотрите, какой классный песок. И вот так вот выглядит этот пляж. Места очень много. Купайся не хочу. Загорай не хочу. В общем, потрясающе. Сейчас мы тоже будем купаться. К сожалению, нет пирса, но вода, посмотрите, какая классная.
Вода просто шикарнейшая. Друзья, мы уже уходим с пляжа и сейчас идем кататься в аквапарке. Кстати, здесь тоже на пляже бассейн. И вот там вот пляж, а здесь вот такой вот бассейн с мини-аквапарком. Но мы идем в большой аквапарк. Я надеюсь, что он открыт. Вот такие вот здесь потрясающие горки, но... К сожалению, они работают до 5, и мы не успели на них покататься. Но ничего страшного, друзья. Значит, поедем еще в один отель. И сначала пойдем не на море, а на горки. Сейчас идем обратно в отель. Будем кушать какие-нибудь вкусности, если кондитерская еще открыта. Покажу вам еще раз территорию. Здесь есть и камелии. И если с одной стороны очень жарко, здесь, например, уже ближе к вечеру прохладно. Классная вот такая вот зеленая территория. Внизу есть спа. Ну, а мы идем обратно в главный корпус. Покажу вам еще раз территорию этого отеля. Здесь есть патиссерия, но она работает до 4. Мы не успели. Но есть вот такая вот бургерная, сделанная в стиле американских бургерных. Сейчас вам покажу, что здесь дают. Набор не особо большой, но такое достаточно атмосферное место. И здесь дают бургеры, картофель и, конечно же, кока-колу. Айхан, приятного аппетита! Друзья, наше пребывание в этой прекрасной гостинице закончилось. Отправляемся обратно домой. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас в этом году очень много обзоров разных пляжей. В общем, все только самое интересное. Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся в отеле The Land of Legends. И в этом видео прогуляемся с вами по территории зоны шопинга. Ну и, конечно же, посмотрим великолепное вечернее шоу, которое начинается в 10 вечера. Вход в зону шопинга и на шоу совершенно бесплатный для всех. Но приехать сюда можно только на своем транспорте, на такси или с туром. Многочисленные туры организуются из Анталии и Алании. Как я вам уже говорила, в этот парк мы приезжаем каждый год в разное время года. Особенно я люблю новогодние представления. И территория парка выглядит вот таким вот образом. Здесь и гостиница, и различные... аквапарки, парк приключений, шато. Вот мы находимся сейчас на этой площадке и будем смотреть шоу. Вот такой вот здесь красивый замок. И на этой площади, кстати, проходят концерты, в том числе и российских звезд. Здесь есть разные магазины, начиная от De Facto и заканчивая люксовым магазином Bayman, в который мы сейчас идем, в котором продаются различные люксовые бренды. Идем смотреть, что здесь есть интересного. А вот здесь, на этом канале, и проходит представление. Точнее, здесь оно заканчивается. Канал очень-очень длинный. Представление начинается в самом начале. Длина этого канала
ну, примерно метров 500. И здесь проходит просто потрясающее феерическое представление. Остался час, поэтому мы идем в магазин, а потом будем смотреть представление. Посмотрите, какая красота. Друзья, после долгого хождения по магазинам мы пришли в кофейню. Покажу, вот такая здесь классная кофейня Gloria Jeans. Шоу уже началось. Я покажу вам окончание шоу. Если вы хотите посмотреть полностью и летнее шоу, и зимнее, по ссылкам в описании есть все эти шоу. Я их раньше снимала, поэтому заходите по ссылкам, смотрите. Очень классно и сказочно. А мы пьем кофе и идем смотреть окончание шоу. Вот здесь потрясающее шоу, друзья, настоящая сказка. И сейчас с того места, где мы только что находились, шоу прибудет вот сюда, к этим часам, и
центральным воротам отеля. В общем, все очень красочно, а зимой здесь даже пускают искусственный снег.